Здравствуйте! Сегодня я приготовлю итальянское мороженое Сильфредо. 10 грамм желатина залью 30 миллилитрами воды и оставлю для того, чтобы он набух. У 500 грамм промытой и высушенной клубники удалю чашелистники. Добавлю 50 граммов сахара и при помощи блендера превращу в пюре. У 2 куриных яиц отделю белки. Белки собью до устойчивой пены. Небольшими порциями, не прерывая взбивания, добавлю 50 граммов сахара и собью до устойчивых пиков. миллилитров жирных, хорошо охлажденных сливок собью в кремообразную массу. Желатин растворю на водяной бане. Клубничному пюре добавлю взбитые сливки и хорошо перемешаю. Порциями добавлю взбитые белки, хорошо размешивая. Прямоугольную форму выстелю пищевой пленкой. Накрою форму пленкой и поставлю в морозилку на 4 часа для того, чтобы оно хорошо застыло. Это мороженое отличается от традиционного, к которому мы привыкли. Но его стоит попробовать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. А я желаю вам приятного аппетита!